Привет, сирокезы смотрящие, представляю вам пятничное видео, впереди выходные, мало ли кому пригодится. Не секрет, что в фестивальном парке приезжает бусик с заморозками, и там частенько есть очень вкусные вещицы. И часто в очереди можно услышать, а это вкусно, а это вкусно. Так вот, у меня возникла идея рассказать, потому что некоторые реально не представляют, что же там внутри этих пачек. Это немецкого производства. Green Rolls такие, вегетарианские Green Rolls. Я их брал с креветками, но там они не вегетарианские. А теперь вот взял простые вегетарианские. Оказалось, очень вкусная штука. Ну, а как это все было, смотрите, и может быть вы даже их там купите, и вам это понравится. Мне зашло. Ну вот. У меня казан обычный, без трубы. Есть такие же вот тут. Труба у них есть, но мне они не очень понравились. Почему? У этого недостаток, дым валит со всех сторон, это правда. Но зато у него можно очень хорошо регулировать тягу. С трубой тот настолько мощный, так быстро готовит, но это мои впечатления. Я ж не знаю, может у кого-то не так. Но мне вот без трубы в кайф больше. Ну что ж, тогда погнали. Я не знаю, сколько там надо масла этого во фритюре, но мы его будем понемножку добавлять. Сначала так, пусть греется. Наверное, рецепт немножко нарушим. Там написано 6 минут во фритюре, а мы 6 минут в казане. То есть, ну, в относительном фритюре. Поэтому именно так. Вот такие вот коробочка Spring Rolls Vegetable. И вот здесь говорится, что 6 минут не размораживая во фритюре. Ого! Походу нам тут многовато будет. Чувствую, за раз мы все их не засунем, не приготовим. А, не, вот. Ну, значит, сколько мне наесться? Ну, первый слой сделаем. Осталось 2 минуты. Смотрите, какие получаются шикардосовские штуковины. Через 6 минут, 2 минуты осталось. Ну, я думаю, уже даже хватит. Как оказалось, там внутри, ну, типа голубцы, только без мяса. Капуста какая-то, морковочка. В общем, не зря они вегетейбл, но очень вкусные, хрустящие. Поэтому, раз они оказались вегетейбл, мы просто к ним еще пожарим вот такие сосисочки. И будет счастье, будет вкусная вегетейбл закуска с сосисками. Ну вот, получается... Масло в них впиталось, я не хочу их в фритюре полностью, я их лучше буду вот так помешивать. Но они получатся вот как там были, такие розоватые. Ну супер. Кто любит капусту, что называется? Ну, очень вкусно. Мне понравилось. Хрустящие, как гарнир. Они скорее не основное блюдо, а как гарнир пойдут. Вот такая идея. Теперь немножко эти разогреем. И это будет тем голубцам немножко разогретого мяса. Ну вот, внутри у них капуста. Ничего больше. Но очень вкусно. Сосисками пойдет.